Всем привет, я Тимолегамру, и сегодня я хочу взять на обзор посылочку с Алиэкспресс, там лего деталь. Информацию я оборвал, не хочу, чтобы вы пришли ко мне и грабили меня. Особенно с лего. Мое добро. То давайте... Я где-то полгода назад, ну, еще в 2020 году, в декабре, заказал посылочку с лего-техник деталями, и она наконец пришла. Ну, если честно, она пришла где-то неделю назад, ну да ладно. Это все целое, все при вас распаковываю. Кстати, я сказал, чтобы без каких-либо пакетиков, так как я очень люблю распаковывать всякие пакетики. О. Давайте сейчас все высыплю. Короче, меня не очень услышали. Мотик не отсюда. Меня не очень услышали и положили два пакета. Но здесь, ладно, здесь... Здесь такие пины. Ну, здесь... давайте потом. Давайте я, пожалуй, начну с обычных пинов. Пинов здесь я, не ошибаюсь, заказывал штук 70-80. Целый пакетик. Я говорил без пакетиков, но это простительно. Давайте сейчас к себе положу. Так, горка получилась. Это мне еле-еле влезает все. Ох, какая красота. Сейчас из пакетика второго высыплю и, пожалуй, сейчас вам покажу это. Пакетики. Их кинем куда-нибудь. Вон на кровать. Итак, ребят. Здесь у нас есть вот такие вот детали. Прикольные. Это, если не ошибаюсь, бисквит. Новая деталь с кучей креплений. Сейчас, например... Возьму несколько пинов и прикреплю. Вот так. Это все крепежи, что можно. Давайте сейчас все быстро вытащу отсюда. Кстати, если хотите знать, почему я заказал очень много вот таких пинов, а не вот таких. Да потому что этих у меня большая коробка. Реально коробка большая. А этих у меня было очень мало. И из-за этого мне они нужны. Ну, коробочка заполнилась и все. Хана. Прикольная деталь. Также есть вот такая деталь. Это как бы смесь... нескольких деталей разом. Вот этих деталей. То есть как бы вот так их скрепили. Как бы. И вот. То есть это как бы гибрид. Очень полезная деталь в лего. Мне кажется, она подойдет мне для... каких-либо рулевых рейк, если вот эта рулевая рейка для рулевого управления у меня сломается, например. И, кстати, как раз я сказал диски такие черненькие. Ну, на эти детали уже пофиг. Вы их увидите. Заказал 4 вот таких диска.
И недаром у меня на заднем плане стоят колеса. Я их возьму и хочу проверить. Это колеса оригинальные Лего. Вот если вы видите надписи. По-моему, чуть больше оригинальных леговских. Сейчас он возьму. Ё-моё. Вот оригинально леговская. И сейчас вставлю. Вот оно без проблем вставляется. Ну, вот эти колеса, они очень плохо вставляются. Реально давить приходится. И не, я не слабак. Кто давно смотрит мой канал, месяц, два, три, полгода, год, знает, что я очень хорошо довольно паркурю. Это у меня на видео так хреново все, потому что у меня нету возможности, вот, нет возможности снимать, например, от первого лица. Как бы у меня весь канал на паркуре был бы сделан. Ребята, а сделать ли мне еще один канал, связанный с паркуром? Например, Тима Легобро паркур. Зараза, запинаюсь. Тима Легобро паркур. Сделать мне такой канал? Как вы думаете? Пишите в комментариях. А мы продолжаем. И дальше у нас идут на очереди, не помню уже сколько, если не ошибаюсь, 8 или 9 балок, 10 балок на 13, 1 на 13. Если хотите, можете посчитать их все. И самое интересное, что у меня их как раз очень мало. Вот все мои балки. Точнее, вот все мои балки. Здесь блестят. Не, это из-за того, что у меня два солнца, ребят. Два солнца. Короче, идем дальше. Тут у нас идут вот такие детали. Такие детали, они довольно часто встречались. Например, в наборе 42 на 93. Корвет. В наборе 42 на 96 Порш. Например, в наборе 42 на 98 автобус. Вот сейчас я возьму... Где? Вот. Ну и также корвет и... А, кстати, номера правильно произнес. Ну и еще во многих наборах. Сейчас очень много где находятся вот эти детали. Давайте мы их сейчас берем. Да, не убрать. Просто сюда к остальным пластинам. Дальше у нас идет 22 таких деталей. 22. То есть 11 таких. 11 таких. Черных. Еще. Точно так же, но с белыми, но их 4 всего. И 2 красненькие. Это все для будущей самоделки. Ну, вот это именно. Мне кажется, что белый с красным хорошо сочетаются. Господи. Это мне кажется, или на камеру у меня рука как будто вся в синяках, в ожогах. Конечно, синяки это ладно. Я недавно пока прокурил, так шлепнулся. Давайте сейчас положим. А, кстати,
Нужно проверить сцепление с деталями. Ой, ё-моё. Да, смотрите. Всё нормально. А вот так. Такой красненький проверим. А из красных хрен вытащишь. А белые... О, белые как обычные почти. Так, ребят. Дальше у нас идет... Сейчас давайте серые детали все посмотрим. Там дальше пойдем. Сейчас у нас идут вот такие сидушки. Я их так называю. Мне нужны были темно-серые. Поэтому я их и заказал. А, они здесь были. Мне просто здесь, блин, были. Я сейчас тут и вот такие, и сразу вот такие. Ну и что, что этих стало до хрена, мягко говоря. Мне нужно новую коробочку заводить. Так, ребят, дальше у нас тут вот такие уголки 2×4. У меня серых нету. Я вообще не помню, где они встречались в светло-сером свете. Но их... Я их лучше положу туда, где у меня детали, которых у меня очень мало. Так, дальше у нас идут вот такие необычные детали. По такому типу встречалась только одна деталь. Это в арктическом... Или, короче, в баге. 2021 года набор. Там на 15, если не ошибаюсь, встречалась такая. У меня здесь на 7 две. И на 9 одна. Мне кажется, что они вообще хреново будут. А вот тут застряло. В принципе, все норм. Так, а вот интересно, куда мне это девать? А, кстати, у меня еще рамка новая. Только в желтом были. Привет, пацаны. Что там делаете? А вы тут что делаете? Стенки. Короче. Я думаю положить где-то сюда. У меня, кстати, изначально были вот такие детали уже. Но у меня были только на 5. И сейчас появились новые. Кстати, ребят, самое интересное. Если у вас сломалась вот такая рамка, если она мини-рамка сломалась, вы можете здесь наждачкой подточить, и будет вот такая деталь. Это что-то типа вот такой. Но она по большей части такая. А, да, это точно такая же деталь выходит, только тут 3 отверстия, а тут 2. Самодельная деталька. Круто, ребят, да? Блин, у меня очень много сломанных деталей. И я, может быть, из них могу что-нибудь такое мастерить. Даже на ролик заснять. Блин, серая рамка. Прикольная. Так, ребят, давайте дальше. Здесь у нас вот такая хрень. Наподобие вот таких. Более маленькая. Вот такой коннектор. На 3. В черном свете мало где встречался. А второй мне откуда? Если не ошибаюсь, из 42-100. Или такого не бывает. Не помню. Не 42-100, если не ошибаюсь, ландровый. Короче, продолжаем. Две такие шестерни.
несколько вот таких уголков. Тоже тут 2 на 4. Сейчас у меня 8 или 10. 10. Ой, ё-моё. Сейчас давайте быстренько сложим. Блин, ребят, а у вас когда-нибудь ломались детали Лего? Нет, реально, часто. Особенно пины различные. Пины. Пины. Потому что они реально какие-то оригинальные Лего пины. Какие-то слишком тоненькие, что ли. У них слой пластика слишком тонкий. Если не оригинальные, то у них слой пластика он какой толстый. А в оригинальных он очень тонкий. Даже не видно. Куда мне тебя запихать? Да. А, 11-я балка на 13. Вот это поворот. Я их 10 заказывал. Просчитаться я не мог. Так. У меня идут 4 вот такие. И 2 вот такие. Полезные донные детали. Идет руль. Был только серый, стал черный. 4 вот такие. Точнее, 2 противоположные еще такие. Не, не туда, а не туда. Ну и самое последнее. Это вот это. Фига. Можете повторить, одной рукой взять. Когда они вот так разбросаны лежат. Их вот так в одну руку, одним пальцем. И вторым взять. Насрать. Давайте еще быстренько уже переберемся туда. Чуть-чуть стоит такой